Коста, удар и первый гол. Диего Косты за лондонский Челси. И первым его поздравляет другой новичок Сеск Фабригас. Диего Коста, 56-я минута. Сравнивает счет. А передачу сделал Сеск Фабригас. Шикарная передача между двух защитников. Ювелирный пас. Ювелирный, что бы там мы ни говорили. Да, конечно же, каждый игрок Челси превосходит в мастерстве любого футболиста Люблянской Олимпии. Тут вопросов никаких нет.